Сегодня Кабинет министров, наконец, решился уволить главу Государственной продовольственно-ветеринарной службы Йонаса Милюса. Последний день работы чиновника – 5 октября. Сам он продолжает настаивать на своей невиновности и уверяет, что так и не услышал от членов правительства четких доводов, за что именно он решился должности. Будет ли главный ветеринар страны оспаривать увольнение в суде, пока не ясно. Зато виновник одного из самых крупных скандалов последних месяцев похвастался перед журналистами, что уже получил приглашение на работу в одной из европейских компаний. Формальная причина увольнения – правительство не одобрило отчет о работе главы продовольственно-ветеринарной службы. Напомним, что скандал разразился после того, как в некоторых образцах пельменей продукции Юдекс были обнаружены опасные для человека бактерии – кишечная палочка и даже листерия, попадание которой в организм и вовсе грозит летальным исходом. По документам ветслужбы пельмени были в порядке. Однако позже выяснилось, что они в том числе были предназначены для экспорта в Россию. А высокое качество продукции якобы попросил подтвердить депутат Сейма от «Порядка и справедливости» Пятрас Гражулис. Однако российские ветеринары завернули партию, но это не помешало спокойно продавать опасные пельмени на литовском рынке.